average been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, yeah, you bitch done now. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out from the mailhounds. I never be the motherfucking gang that you all down. It's the minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any cross, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22, wanna see you as a person get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bomb who's dumb. Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики. Вы на моем YouTube-канале, естественно, Евгений Теплок. Сегодня, как вы поняли, сегодня мы вот взяли у человека машину на обзор. ВАЗ-2106, она же шестерка, шаха, суетологов тачка, там все-все-все. Молодежная машина, в общем. Ну и перед началом просмотра я вас прошу, вот здесь вот выскочит подписаться, жахнуть один раз в колокол, чтобы не пропускать новые видео, поставить лайк, ну а мы начинаем. Ну что, собственно, ребят, небольшая предыстория о ВАЗ-2106. Эти машины производились с 1976 года по 2006 год включительно Волжским автозаводом. Получается, машину выпускали ровно 30 лет. Но компания Рослада скупила, короче, частично начала производить эти машины, так как Волжский автозавод отказался. Блять, я это вырежу, ладно. Короче, приступаем к обзору. Здесь двигатель троечный. Получается 4... Не, 8 клапаны. 8 клоп и 5-ступенчатая коробка передач. Но вообще в этих машинах идет 4-ступенчатая коробка передач. Ну, собственно, давайте мы посмотрим с вами, что у нас находится здесь, так сказать, сердце мотора. Оператор, подходи, подходи. Так, что у нас здесь? Собственно, вот двигатель 8-клапанный. Ну что у нас? Блин, ну не знаю, там омывайка, вся вот эта шляпа, радиатор, аккумулятор. И этот. Масло она особо не жрет, эта машина. Едет от 0 до 100, я не знаю, секунд, если 20, то нормально. Или 25, сколько? А ну-ка, сколько? Сколько она от 0 едет? Ну, секунд 35 она до сотки разгоняет. Ну, в принципе, как-то так. Давайте вот так прикроем. Так, что у нас тут по резине? Резина у нас стоит зимовка с шипами. Вот, собственно, шипы. Прям вот их видно хорошо. Вот подсними, оператор. Нормально, да? Диски, литье. Ну, конечно, можно надо было на зиму штампы, чтобы ей легче было ездить. Но не суть-то важно. Хозяин барин, как сказать. Так, что у нас здесь еще можно рассказать по машине? Машина эта неубиваемая, в прямом смысле этого слова. На этой машине, как и на Ниве, можно везде по грязи проехать. Но главное, чтобы она была чуть приподнята. Не такой вариант, естественно. Что еще? Выносливая в плане, вот даже вот по похоте, если она будет ехать, то есть ей никак, ну, ей ничего мешать особо не будет. То есть она газу если дал, вторую скорость включил на средних оборотах, и ты спокойно любое бездорожье обидишь. То есть там, где Нива проедет, там шестерка проедет и тройка. Кстати, эти машины я тяжело различаю между тройкой и шестеркой. Вот вообще не понимаю, чем они отличаются. Там как-то лампочками, габаритами. Оператор, сюда иди подсними. Я не знаю, чем отличаются на тройке стопаки. Ну, в принципе, они, по-моему, такие же, насколько я знаю. Но суть такова. Машина заклеена. Тачка суетологов. Я вам сейчас небольшой секрет открою. Вы же не каждый знаете, что такое суета, что такое суетологи. Вот как говорится, слушайте меня, и вы поймете. Вот кто-нибудь знает обоснование слова суеты, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. И я вам чуть позже расскажу, что это такое. Бак у нас, если мне память не изменяет, на 40 или 35 литров, если где-то так. 30 или 35, ну, я подзабыл, конечно, ничего страшного.
Что еще? Расход у этой машины, ну не знаю, на 100 километров литров 7-8, ну до 10 это потолок, край. Ну, в принципе, пока все. Что еще можно? Перейдем к салону или еще что-то давайте просмотрим. Ну, в принципе, у владельца машины она довольно хорошо выглядит. То есть я бы не сказал, что она там гнилая, рассыпается. Там, ну, сами видите, прекрасно, где-то чуть поштукатурили, подмазали, ну, не суть-то важна. Давайте перейдем к фарам. Не вот знаете что, я вот хотел бы узнать, что тут у нас по фарам. Я не знаю, как они правильно называются, ну, типа, линзованное стекло, но они тут запотели, ну, ничего страшного, это ерунда. Стопак, ничего страшного. Фары эти вот тоже вот как со времен их начали производить. Их еще, наверное, с 50-х годов такие фары начали ставить на машины. А то как бы еще и не раньше. То есть и до сих пор. Да, плюс по машине еще. Сейчас эти машины в основном остались только в регионах. То есть в миллионниках крупных городах вы уже, к сожалению или к счастью, не встретите уже Жигули, Ладу. Это если вы одну или две увидите в городе миллионники, это будет прям шик. Но в регионах эта тачка пользуется огромным спросом. Ну, естественно, давайте, наверное, перейдем к салону, посмотрим, что там. Расскажем поподробнее, что, что, сколько там, спидометр, не спидометр, вся фигня. Так, собственно, садимся в автомобиль. Вот, собственно, мы перешли к обзору салона. Салон у нас простенький, обычный стандартный ВАЗ-2106. Литроечный, ну, кому как угодно, но троечный может чуть по-другому выглядеть, хотя, в принципе, так же. Что у нас тут по спидометру, по тахометру, вы, соответственно, сами знаете. Спидометр у нас от 0 до 180, но я думаю, вряд ли эта машина поедет 180, но 120, думаю, она должна поехать. Переходим, давайте, к самому главному. Коробка передач. Коробка передач у нас здесь установлена пятиступенчатая. Обычно идут стандартные коробки передач, здесь четырехступенчатые. Здесь же стоит пятиступка. Соответственно, она экономит расход топлива, будем так говорить. Сигнал, естественно, поворотники, вся вот эта вот штука. Ничего страшного. И самое главное, сигнал работает или нет. Работает. Как вы уже увидели, здесь стоит простенькая музыка. Пионер, магнитофон, ну, естественно, флешка, понятно, не буду давать подробности. И, собственно, вот такие вот простенькие прайдовские колонки. Дальше, что вам еще рассказать? Вот самый главный оберег в машине, чтобы, так сказать, от ДТП, чтоб оберегал вот с распятием. Вонючки, это обязательно, как это, да, атрибут, обязательный атрибут в машине, чтобы пахло, комфортно себя чувствовать. Коврики, к сожалению, у нас тут нестандартные эва-коврики, или ева, кто там, как это. Если были бы стандартные коврики, мне кажется, намного лучше бы оно бы смотрелось бы. Ну, как говорится, хозяин-барин как решил, так и сделал. Так, ну, в принципе, все. Можешь, оператор, пока подснять салон сзади. Идем сюда. Давайте сейчас с этой стороны. К сожалению, там дверца не работает. Ничего страшного. Мы сейчас здесь откроем. Вот, собственно, по сиденьям. Сиденья эти родные. Установлены еще с самого производства, с самого завода. Поэтому они вот так вот шикарно, прекрасно выглядят. Так, опа, вот это самое интересное у нас. Это багажник. Тут, естественно, штампы, я так понял, уже готовые на переобувку, чтобы переобуть зимнюю резину. Ну, я так понял, владелец так, наверное, хочет сделать. Я правильно говорю? Нет? Штампы, значит, на лето пойдут, это 100%. Багажник у нас, ну, я бы не сказал, что сильно объемный. Самое главное, что запаска есть, одно радует. И вонючек старых много.
Так, а где у нас бензобак? У нас бензобак вот здесь, да, по-моему, стоит? Или как в десятках на дне? А, все, значит, бензобак у нас здесь стоит. Все отлично. Ничего страшного, что она пыльная. Мы, как говорится, парни-колхозники, нам не привыкать. Так, что вам еще рассказать о машине? Ну, давайте сделаем немного паузу. Расскажу вам, что такое суета, что такое суетиться. Вы ж никто не знаете этого значения слова. Суета – это от слова торопиться, спешить куда-то, делать беспорядочные действия. Вот оно, собственно, вот это слово имеет значение. Обязательно пальчик вверх, если вы этого не знали. Но опять же, если вы это знали, напишите об этом в комментарии. Так, ну что, давай ее чуть поснимем. И продолжим дальше обзор. Ну что, ребят, сейчас мы с вами прокатимся, посмотрим, на что она способна, эта малыха. Ну а вы, естественно, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы поехали. Ну что, ребят, прокатимся. Снимаем с ручника. Так, нейтралка. Ух, шайтан, машина. Поехали. Так, поворотник. И поехали. Ух. Нормально, нормально едем, да? Оператор, что скажешь? Как тебе поездка на ВАЗ-2106? Да, кстати, эти машины, ребят, стоят, ну, в районе от 30 до 60 тысяч вы можете найти. То есть, казалось бы, уже их можно за двадцатку взять, а они стоят таких, как говорится, баснословных денег. Но, опять же, все зависит от ее состояния и прочего. Я, правда, не знаю, за сколько владелец покупал машину. Мне, как бы, особо это не интересно. Ну, а мы, в принципе, едем. Покажи окрестности, где мы едем. Ничего, такая машинка, мы все как положено, в деревне едем 60, не превышая скорость, скоростной режим. Ставьте лайк, если вы тоже ездите по деревням в населенных пунктах 60 километров. Да, жалко, конечно, сейчас зимнее время, рано темнеет, но ничего страшного. На то она и зима. Хотя сейчас какая зима, сейчас осень еще, по сути. Не, неплохой, неплохой агрегат. Нормально, нормально. А уже хозяин переживает, что мы тут по качкарям. Нормально тут все, мы по кочкам не едем. Все отлично. Так, ну, в принципе, сейчас мы уже на контрольную точку подъедем. Ой. Ну что, ребят, как вам поездка? Понравился ли вам обзор такой небольшой?
Ну, конечно, это все на скорую руку сделано, я особо сильно не подготавливался. Если же вам опять понравился мой выпуск, пожалуйста, поддержите лайком, подпиской, напишите в комментарии, что бы вы хотели еще на следующий обзор снять, все мои недочеты, обязательно все пишите в комментарии. Также подписывайтесь на мои социальные сети, такие как Инстаграм, ТикТок, ВК, все-все-все, ссылки все будут на них в описании. Ну, также я оставлю ссылку на владельца автомобиля, чтобы вы тоже его поддержали, подписались на него. Ну и все, мы на этом завершим, пожалуй, обзор. Вам немножко кадров под съемочку, под конец. Ну и все.